Приехал, а тут сморчков наросло. И это даже, наверное, не конические сморчки, а сморчки длинные. Смотри, какие такие длинные. Тут, блин, наросло кругом, кругом. Кругом растут. Вот. Присмотреться. Вот тут растет. Вон там он растет. Тут. Она как-то вроде и не видно, а присмотришься. Глядь, растут. Да, вот тут прямо. Там, смотри, выглядает два. Там выглядает два. Вот они. Ладно, будем за. Вот они места, где маслята. Где много маслят. Они любят елочки молоденькие. Надо еще. Неделька, может, через недельку будут в конце самого апреля, в начале мая. Лишь бы, чтобы жары сильной не было. Хотя вот сегодня я нашел один единственный масленок. Он, наверное, выскочка на весь лес. Еще находил один масленок неделю назад, дней 10 назад. И тот вообще выскочка. Ну вот-вот где-то вылезут, но... Ну, один-два где-то там, это надо ходить километрами искать. Можно один-два найти, не больше. Не знаю. Вот такая. Думаю, что... А видишь, а сморчки конические сейчас много, а самый разгар. Сморчки не закончились, и хочешь, чтобы маслята были. Хотя бы заканчивались уже. Вот такой маслёк. Такой масляк. А вот тут вот сморчки растут. Тут низина. Осина. Вода есть, сюда стекает. Ну, все. Смотрите, 19 апреля. Вот сморчки. Ну, они вроде как конические, но вот это вот какой-то не конический, это сморчок длинный какой-то. Сморчок длинный. И он... Вроде как и конечный, но сморчок длинный. И вот смотрите, какие экземпляры. Вот, наверное, все-таки согнулись. Как форма строчка. Ну, это сморчок, наверное, такой. Вот один, потом вот второй. Ну, тут видно, что он вроде как загнулся. Тут видно, что загнулось просто. Так, скорее всего, так оно. Так получилось.
Вот такой урожай. Нашел один масленок. 19 апреля. Неделю назад еще один ходил. Сейчас мне звонят. Сейчас. Вот тут я собирал 3 дня назад много сморчков конических. Зашел, думаю, спрятались они. Что-то ни одного нету. Думаю, я сейчас думал, сейчас приеду, тут нарежу. Но тут их плохо видно, солнышко. То они было пасмурно, они были такие желтенькие. Вот немножко нашел. Не знаю, как дальше будет. Вот. Один. Второй. Третий. Вот там четвертый. Вон там пятый. Так что сейчас будем. Вот тут 6-й. 7-й. Вот 7-й тут. 6-й. 7-й. 7-й, 6-й. Рассчитайся. Ну, сейчас будем искать. Еще тут. Но они уже. Надо их резать. Ну все, буду собирать потом. Вот такая балка. Там я синеножку нашел в терне. Немного, но есть. Все, давайте пока. Сморчочки. Некоторые уже подсыхают. Думаю, может кто-то их срезал. А может и нет. Ну вот один. Тут вот парочка еще. Смотрю, вон там еще есть. 2 штучки такие немножко сохнут уже. Будем искать степь, да степь кругом. Вышел в степь донецкую парень молодой. Вот тут прямо на земле растет. Они обычно на земле растут. Глинистая почва такая. Один. Тут второе. Третий маленький. Там на шахте угольной паренька ты встретила. Он пошел за бой. Ой. Не ходите в шахту работать. Не надо. Хорошего там нет ничего. А вот еще один красавец. Смотрите, какой крепыш. Крепыш такой классный. Он какой, зараза. Классный пареняга. Вот еще красавец мощный. Смотрите, какой красавец. Ого, классный. Зайцы, 2 зайца, охренеть, можно стоять, как будто бы ни в чем не бывало. Зайца. Едем. Вот такие 3 штучки. Сморчок степной. 3 штуки. Растут они вот на этом склоне, начиная вон от той посадки. Там вверху самое больше их.
начиная от той посадки. И вот так пошло вниз, вниз, вниз склон. Вот так вниз туда склон. Там уже внизу поменьше. Единичные экземпляры встречаются. Любят они очень. Вот тут кроты, понарыли кроты. И вот это, на этой земле они любят расти уже на старое, где. Старое, где рыли кроты, старая уже земля. Она тогда мягенькая, вот на такой глинистой особенно. Они выскакивают, там мягенько, хорошо. Вот. Где-то там вот выше к посадке, там больше всего грибницы. Все, буду я, наверное, заканчивать. Устал уже, 3 часа. Хожу туда-сюда. Вот так, туда-сюда среди этих трав, бурьянов. Туда-сюда, чтобы не пропустить. И все равно там один, но то по одному штучке нашибал, мать. Тяжело, аж ноги гудят ходить туда-сюда, чтобы не пропустить. И все равно пропускаешь где-то. Где-то находишь. Ну вот такой вот сбор. Такой сбор в одном пакете. В другом пакете немножко синеножки есть. На то старое место зашел. Сорвал там 3 штучки небольших. Такие вот. Вот тут вот крупненькие такие. Смачки степные. Такие вот. Дела. Видели 2 зайца, сморчков набрали. 2 зайца, у них видно любовь там такая. Все, будут зайчата. Вот такие умнички стояли. Не убегали, пока я их не снял. Потом побежали. Самочка и самец, весна. В том кусте я синеножку соберу. Дерен цветет. Ветерочек большой. Все, будут сморчки уже отходить. Все. Все, вот это вот последний сбор. И все. Смотрите, как озимая пшеничка. Ветром колышется. Зелененькая уже. Зайчикам еда.